Добрый день, дорогие зрители канала «Марина Цветы». Сегодня мы поговорим, чем же еще можно профилактически обработать наши огурцы в теплице, в парнике или в открытом грунте. Для начинающих огородников я хочу вам рассказать такую информацию о том, что есть резистентность заболеваний. Бактерии, грибки и вирусы привыкают к тем средствам, которые мы обрабатываем растения, особенно народные органические способы защиты. Это и кисломолочные продукты мы с вами использовали, йод, зеленку мы использовали, бор для завязи, но он тоже являлся как профилактикой грибковых заболеваний. И болезни мучнистая роса, фитофтора, помидор. Бывает привыкание. И я вам сегодня хочу показать то, чем я буду сейчас обрабатывать свои растения. Сегодня я произвожу обрезку листовой пластины вот в солнечный день. Подожду, пока вот у нас пенечек присохнет. И вечером я сделаю обработку аптечным средством, которое называется фурацилин. Вы можете использовать таблеточки, 10 таблеток на 10 литров воды. Обращаю внимание, что фурацилин очень тяжело растворяется в холодной воде. Поэтому даже здесь на упаковке у меня написано, что нужно одну порцию разбавить 100 граммом кипятка. Я уменьшаю свое время, дорогие друзья, ценю. Я купила фурацилин порошковый. Вот один пакетик, это одна таблетка. Он уже мелко истолчен. Я попробую вам сейчас показать. Вот такой вот он истолченный мелко. Я возьму 10 пакетиков, залью небольшим количеством кипятка. Он постоит, растворится. И потом я разбавлю в 10 литрах воды. И уже ни днем, ни в солнечную погоду я обработаю свой парник, свою тепличку и помидоры. Но вот сейчас мы говорим об огурцах. Фурацилин абсолютно безвредный для человека. Абсолютно безвреден для пчел, если у вас сортовые огурчики. Очень хорошо дезинфицирует нам парник, теплицу. Вы можете даже парник и обработать стекло, которое у вас находится в парнике. Грунт вы можете обработать внизу растения. Это будет очень важно, потому что грибковые заболевания формируются во влажной среде. И очень часто они проникают через сосуды растения именно на границы грунта и роста растения. Поэтому используйте вот такие безопасные средства аптечные, фурацилин. Я знаю, что для многих это неожиданность и новинка, но на канале Марина Цветы я учу вас агротехнике растения, логике, да, чтобы вы понимали, что происходит растениям, как можно помочь вот в сложную минуту, если вы видите какие-то проблемы на растениях. У нас сейчас середина июля. Огурцы, лианы достаточно в хорошем состоянии, листовая пластина здорова, нет белокрылки, нет мучнистой росы, погода переменчивая, было очень жарко до плюс 40, сейчас снижение температуры ночью до плюс 12. Конечно, для растений это стресс и шок, вот такие перепады. Но несмотря на это, плодоношение идет очень хорошее. Вы мне задаете вопрос, дорогие друзья, есть ли у вас много женских цветов? Я уже в одном видео дала ответ на этот вопрос. Но вот там вот впереди у меня тоже растут огурчики, которые вроде умиляют своим цветением, но на самом деле много пустоцветов. Условия выращивания абсолютно одинаковые, грунт одинаковый, уход одинаковый. Здесь играет роль сорт, который вы купили. И, может быть, семена были собраны с F-гибридов, которые дают вот такие мужские соцветия. Могло быть неправильное хранение семян огурцов в достаточно холодном помещении. Это все могло спровоцировать то, что у вас мало женских цветов и у вас нет урожая. В этом случае я советую лиану перевести на две плети, прищипнуть верхушку, и уже боковые побеги дадут вам мужские цветы и дадут вам женские цветы, прошу прощения, и у вас будет даже удвоенный урожай. Поэтому используйте обработку, используйте все агротехнические условия, выращивая огурцы в данном случае.
на канале «Марина Цветы» очень много видео в плейлистах об огурцах, плейлист «Помидоры», плейлист «Сад-огород», плейлист «Обрабатываем растения сада и огорода». Вы можете зайти, просмотреть темы, которые вам интересны, или задавайте вопросы, я всегда постараюсь на них ответить. Ставьте класс, если вам видео об обработке фурацилином интересен. Подписывайтесь на мой канал, и я вам желаю хороших урожаев.